На Ставрополье, где сейчас пытаются справиться с последствиями мощных ливней, ввели режим ЧС. За сутки выпала месячная норма осадков. В Пятигорске накануне даже пришлось перекрывать трассу и железнодорожные пути. Затоплены улицы и жилые дома, во дворах, огородах воды уже выше колена. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме. Похожая ситуация в минеральных водах. Не добавляет радости и прогноз синоптиков. В ближайшие дни дожди в регионе усилятся, а к ним могут прибавиться град и шквалистый ветер.